В этом выпуске я покажу вам две довольно интересные куклы. Фарфоровое лицо у них. Две куклы я размещу на продажу на аукционе Виолити. Также все цены будут представлены с этого аукциона. Если вы хотите что-то продать или купить, рекомендую заглянуть на этот аукцион, ссылочка в описании. И довольно, я таких не встречал, довольно, мне кажется, интересные, качественно сделанные. То есть, если посмотреть, как сделаны ресницы, то есть они довольно красиво сделаны, глаза плюс ресницы наклеены отдельно. Мне кажется, это очень такая филигранная работа. По стоимости я покажу сейчас, какие продажи были на куклы. Можно посмотреть. Вот так вот выглядит кукла. Она идет, фарфоровое у нее лицо, фарфоровые руки обычно. Да, вот можно посмотреть. Вот здесь фарфоровые. И фарфоровые ноги. Обычно вот здесь в данном случае в каких-то таких даже тапочках или какой-то обуви, да. Конечно, куклу, мне кажется, можно под какую-то реставрацию отдать, потому что она грязная, вот есть какие-то там следы немножко грязи, можно было протирать. Но я не эксперт по данному формату, ничем не протирал, никакими средствами, даже спиртом. Думаю, кто знает, тот лучше разберется. Вот волосы, мне кажется, вообще как натуральные сделаны. Может, это и есть натуральные, я, честно говоря, не знаю. Идет такой кафтанчик интересный, руки не двигаются, вот, и вот такое вот сказочное платье. Второй экземпляр сейчас покажу. Это вот я уже снял платье, показать, как выглядит само по себе платье. Оно расстегивается сзади на какой-то липучке, чаще всего сделано, и без платья кукла выглядит вот примерно вот так. Тут даже отдельные эти штанишки сделаны. Также фарфоровые руки, фарфоровое лицо, приклеенные вот такие волосы. Ну, здесь вот тоже очень интересно глаза сделаны. Ну, кстати, реснички здесь нарисованы. Нарисованы, но тоже в плане качества, как оно сделано, довольно интересно. Ноги здесь без обуви, в каких-то носочках, что ли, я не знаю, какие-то, видите, вот в таком формате. И тоже фарфоровая. С задней стороны можно посмотреть, да, немножко, видите, тоже не можно ее постирать, помыть, если кто-то этим занимается, реставрацией. В принципе, такие вот интересные две куклы. Это видео я хочу приурочить к празднику 8 марта, поздравить всех наших женщин, дорогие женщины, девушки, бабушки, мамы. Спасибо, что заглядываете ко мне на канал. Я желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и теплый привет от меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!